Ночь на 26 ноября на территории Краснооктябрьского района произошло дорожно-транспортное происшествие, при котором неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на пешехода в районе птицефабрики Городищенская и с места ДТП скрылся. В ходе проведенных мероприятий было установлено, что наезд совершила автомашина Volkswagen Amarok с регистрационными знаками 77-го региона. Московскими. И на территории Новониколаевского района данный автомобиль сотрудниками госавтоинспекции был задержан. Водитель доставлен в отдел полиции номер 2 управления МВД России по городу Волгограду. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержан сотрудниками ДПС, как мне объяснили, за наезд на неустановленное лицо со смертельным исходом. По данному факту что можете пояснить? Что наезда я не слышал, по крайней мере. Я вышел из машины на дороге и, пройдя несколько десятков метров назад, осмотрел дорожное полотно. Так как ничего не обнаружил, я сел в автомобиль и продолжил движение.